Эй, чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И сразу же, просто сразу же, переподписывайся, чтобы вступить в мою супри-банду. Да, наша банда очень крутая. Я не спрашиваю, почему я сейчас сижу в шкафе. Просто это новая серия Дома Призрака. И то, что там творится, очень ужасно. Я думаю, что уже можно вылезти. Окей, встретимся снаружи. Эй, йоу, чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И сразу же, просто сразу же, бери подписывайся на канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Суприм что? Суприм-банда. Окей, и сейчас я сидел в этом шкафе. Вас, наверное, интересует, почему же я такой дурак и туда залез. Но самое первое, я не дурак. А залез я, потому что я слышал, что кто-то идет в мою комнату. И это было просто ужасно. Просто очень-очень ужасно и страшно. Именно поэтому я сел в этом шкафе. Я решил сразу же включить камеру, чтобы записать, что там происходит. Но ничего не произошло, но произошло что-то другое. В прошлом видео, помните? Прошлое видео, мы спрашивали у духа, или есть что-то. Я подцепил эту штуку сюда, и смотрите, что здесь случилось. Как будто кто-то взял его погрыз, пытался вырвать, я не знаю. Но это явно что-то плохое случилось. Вы только посмотрите на это же жесть, как будто кто-то просто брал и вырвал ее. А в чем прикол, что здесь лежал, спал я, а оно лежало здесь. Просто в 20 сантиметрах оно было от меня, и меня уже хотели вырвать. И кто знает, что это могло быть? И как мы узнали, в этом доме есть призрак, поэтому сегодня нам надо его изгнать. Я порылся в интернете и нашел один очень хороший отзыв или комментарий. Я не знаю, как это понять, но я надеюсь, оно нам поможет. Нам надо нарисовать пентаграмму, 3 штуки и положить ее в комнату, где было больше всего аномальности, а также поставить около них свечи. Но слава богу, свечи у нас есть, поэтому с этим мы не будем париваться. Я уже сделал все, что здесь надо, и теперь нам просто нужно разложить это в разных комнатах. А потом, когда мы разложим все вот эти вот пентаграммы и свечи, мне нужно будет произнести одно заклинание, которое я тоже нашел в интернете. Так, самая большая аномальность у нас была в этой комнате. Вы помните, в прошлой серии мы здесь были и спрашивали у призрака. И кстати, смотрите, статуи уже здесь нету. Она пропала сегодня ночью. Так, теперь нам надо пойти в другую комнату и сделать то же самое. Только в этот раз мы пойдем к большому к зеркалу, где, собственно, мы будем говорить заклинание. В этой комнате будет без свечи, просто будет пентаграмма, потому что около этого зеркала мы будем вызывать. То есть мы будем общаться с призраком. Суприм банда, не забудь вступить в Суприм банду. Подпишись на канал и вступи в Суприм банду, ведь мы же крутые, бро. И последняя комната, это моя. Собственно, там, где я всегда начинаю свои видео, где я постоянно живу. Мы тоже здесь положим пентаграмму просто на середине коврика. Здесь будет, кстати, еще свеча. Вот это. Все. Все, бро, 3 пентаграммы разложено. Осталось только поджечь свечи и пойти к зеркалу и произнести заклинание. Еще я подожгу и эту свечу, буду держать ее в руках и говорить заклинание. И теперь мне навстречу придет мой братишка Штатив. Штатив, братишка навеки. Так, сейчас я пойду возьму спички, чтобы поджечь все эти пентаграммы. Все, бро, теперь нам осталась только лишь одна свеча. Я буду стоять здесь, держать ее и читать молитву, которую я нашел в интернете. Но запомни, бро, никогда не повторяй этого сам дома, потому что кто знает, что может произойти. А для меня важны все, кто входит в мою суприм-банду. Подписывайся, чтобы быть в суприм-банде. Все, бро, теперь уже это готово. Сейчас где-то вечереет 6 часов вечера. 6. Можно начинать уже. Я читал в интернете, что в 6 часов уже нужно будет читать молитву. Что ж, я готовый. Главное, что было сказано, это читать молитву шепотом. Черт! Этого не должно было произойти. Там кто-то ходит! Валим, валим! Назад шкаф! Шкаф! Стоп. Вы слышите это? Будто кто-то бьет что-то в двери, кто-то стучится. Вообще сейчас не важно, я просто прячусь в этом шкафе. Пока что там никого не видно, и это очень сильно радует.
я изгнал призрака сам. Там никак вроде ничего не слышно. Эти двери наконченные. Банда! Что ж, бро, похоже, на этом все. Мы изгнали призрака из этого дома. И я кое-что забыл. Я забыл это. А вот и комменты без прошлого видео, которые остались без комментариев. Ты тоже можешь в следующее видео. Всего то, что тебе нужно, это написать коммент, поставить лайк и нажать на колокольчик. Ведь я проверю. Только такой будет тебе из видео. Делай все это, и ты попадешь в следующее видео. Конечно, если твой комментарий еще не наберет никакого комментария, я обязательно, если ты поставишь лайк и нажмешь на колокольчик. Что ж, похоже, на этом все. Я изгнал призрака. На этом все кончилось. Я очень на это надеюсь. Я буду держать вас в курсе, что с этим домом дальше. Но, похоже, это уже обычный дом. Здесь нету никаких призраков. Ведь у меня получилось их изгнать. На этом все. С тобой был Сергионис. Оставайся таким же шикарным, бро. Если хочешь, смотри прошлые серии. Там они очень страшные. И оно того стоит. На этом все. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока!